Сегодня в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. В большинстве районов ожидаются грозы, местами ливни и шквалистый ветер. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Возможен и град. И все это на фоне аномальной жары. В столице днем прогнозируют ухудшение погодных условий. Местами по городу сильные дожди. Накануне из-за ливня в Минске затопило некоторые улицы. Пришлось даже перекрыть движение транспорта. Жаркая погода способствует активной зерноуборочной кампании. Аграрии приближаются к намолоту 2 миллионов тонн зерна. Появились первые экипажи-тысячники. Так, в Брестской области передовики жатвы работают в хозяйстве птицефабрики «Дружба» Барановичского района. Лидером жатвы в Могилевской области стал экипаж СПК «Рассвет» имени Орловского. Передовики получили поздравления и подарки от Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также регионального руководства. Национальный аэропорт Минск могут назвать именем Франциска Скорины, а самолеты – в честь выдающихся деятелей искусств. Министерство культуры уже направило обращение в соответствующие госструктуры. Такая идея родилась несколько лет назад, но осуществить задуманное в год культуры было бы знаково, отметили в ведомстве. Еще больше символизм этому шагу придаст приближающийся юбилей белорусского книгопечатания в 2017-м. Празднования пройдут во многих странах, в том числе по линии ЮНЕСКО. В мире многие аэропорты названы в честь известных деятелей. В Варшаве, например, Шопена, в Будапеште – Листа.